Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас оптика, конкретно разбираем вот этот T-Eagle EL с переменной кратностью 4-16 на 44. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». При покупке данного оптического прицела он приезжает вот в такой надежной упаковке, а внутри мы с вами можем обнаружить следующие вещи. Во-первых, это будут крепления, которые у меня уже установлены. Далее наблюдаю один маленький шестигранник, и еще в комплекте идут вот такие защитные крышки. В оптическом прицеле установлено кольцо для изменения кратности приближения. Данный параметр варьируется от 4 до 16, и это говорит о том, что прицел будет комфортно использовать как на средних, так и на дальних дистанциях. На левой части корпуса расположился барабан параллакса, и его значение от 15 до бесконечности. Корпус прицела выполнен из алюминия, его вес 792 грамма, длина нашей оптики 340 мм. Диаметр объектива 51, а окуляра 45. Диоптрический механизм находится в зоне окуляра и дает возможность сделать резкое изображение каждому стрелку индивидуально под себя. С прицельной сеткой не все как обычно. Она имеет 9 настраиваемых вариаций, которые можно менять с помощью кнопок в окулярной зоне. Расположена она на стекле во второй фокальной плоскости. Для настройки оси X и Y в средней части корпуса предусмотрены два барабана, средний и правый. Величина одного клика меняет перекрестие на четверть МО. В зоне окуляра находится кнопка подсветки, работающая в режиме красного оттенка. Она в свою очередь имеет по несколько уровней контрастности. За батарейку переживать не стоит, ее можно купить в бытовом магазине, а ее название SF2. Про комплектацию и характеристики я уже рассказал, и осталось разобраться в одном вопросе: где же можно приобрести данную оптику? На самом деле это не секрет, и сейчас я все расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть такая оптика, то поделитесь впечатлением об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!